have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки. С вами Оладушки. Здорово. Да, доброго времени суток. Ну так вот. Под аккомпанемент. Опять я серию начинаю говорить, что произошло. А ничего с конца прошлой серии не произошло. Собственно, да, мы практически на том же моменте. В этот раз не было каких-то долгих офлайн-мудоханий, как в позапрошлые разы. У меня до сих пор сломана кость, кстати, а почему? А, не вылечили. Нет, я понимаю, почему... А, это из-за того раптора, что ли, который был, или... Так, ну, хрен с ним. В самом деле, сломанные кости не остановят нас. Виталити минус 2, ну, без Виталика поживем. Можем отправлять, что у нас сейчас по квесту в этой серии, кстати, давай, рассказывай. Так, ничего, сейчас, я рассказываю, получается. У нас что есть? У нас есть... Сейчас скажу. Так... Ну, во-первых, у нас первым делом нам нужно 30 репутаций у коалиции Европы, либо же 30 репутаций у юпитерианских сепаратистов. Угу. Это раз. Во-вторых, если мы идем через коалицию Европы, то нам нужно будет еще прокачивать подлодку на давление. Потому что мы, кстати, извини, что перебиваю, что мы прокачали в прошлый раз, ты там говорил... Купили ресурсов и прокачали, короче, реактор вроде бы. Ага. Но это не точно. Ага, хорошо. Так. Почему так? Нет, квесты взялись, а где квест? Ну, кто-то же был ответственный за то, что... Мы же сохранялись, поэтому квесты взяты, ну, как бы... А квестов нет? Ну, значит, багнулось. Просто давай обновление еще вышло. А я не могу, нету значка с квестами. Ну, поехали так, на другой блокпост, тогда раз мы закупились. Mm-hmm. Сейчас. Так, а чё я хотел посмотреть, что у нас по деньгам? Да, Кэп, как раз, что у нас по деньгам, тоже вопрос. У нас 6300. Не опасно ли кидаться такими цифрами в эфире? Мне как-то всё. Вот капитан вообще клоун. А то я боюсь, что в комментах набегут трактористы. Я знаю одного. Так, ладно, смешно, 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 конечно, но ехать надо. Ехать, которая плыть, да, давай, поехали. Так, Сигме советую одеться, а то этот причиндалы какие-нибудь рапторы пооткусывают еще. Я одеваюсь только в экстренной ситуации. Ну, я тебя, короче, закрою в этом, в Armory Room. Без одежды, и это давление сдохнешь, понял? Только моя одежда у меня в кармане, гений. А у тебя что, в кармане лежит этот? Он самый. А от этого... А что? Если я буду бегать в своей одежде, я не умру? Так, активейт бикон, давай, поехали. Нам сейчас в куда? Вниз. Не поверишь. Почему может... звук протечки? Потому что я топлю нас, чтобы вниз. Топишь за то, чтобы мы пошли вниз? Откройте дверь. Я сейчас, короче, осушу балласт. Откройте дверь в конце подо мной, которая... В конце подо мной? Что, блин? Я сам. А, внизу, которая шлюз? А, вот эту? Да, сейчас. Да-да-да, нужно ее открыть. Все, не закрывайте ее. Она... А, здесь клоун-рум! Здесь клоун-рум, точно! Она мешает полноценному погружению, так сказать. Так, ребят, надеюсь, у вас полноценное погружение произошло. Вы там сидите с напитком, со вкусняшками. Ну, в атмосферу погрузиться же надо как-то, поэтому давайте. Желательно свет еще повыключайте, электричество надо экономить. Хотя, нет, давайте так, если вы за него сами платите, не выключайте. Просто платите за него, все. Так. Что у нас по потрошкам? Пусть меня только... свет проходит, я стекло. Мне тогда новости про твоих родителей, да? Пока... А патрончиков-то на этом нету? Ой, на этом тоже.
Перезарядите, в чем проблема? Так мы как раз и чекаем, да. Нет, ну тут еще есть немножечко пострелять. Да нет, тут тоже еще есть, у нас получится только этот... Возможно, стрелять не придется, вроде все тихо. Как так-то? Ладно, пойду на перископ. Да. Так, мы толпой на маяк или я быстренько сам сбегу? Да давай сходим, у тебя... В смысле, шлем прокачался, это как? Шлем? Нет, управление. Хелм, это... Управление? Не знаю, у меня на русском просто. Блин. Ну пойди, да. Так, автопилот поставил. Как поднять мою гитару? А вот. Ты просто рельсотрон заряжал? Да, в рельсотроне было пустенько. Так, скоро новое очко таланта. Смотрите, они шкалу изменили. Идемте. Вот, я... смотрите, как у кого есть внизу шкала баллонов и шкала чего-то другого. Посмотрите, они анимацию шкалы изменили. Ладно. Ну, апдейты же что-то делают. Вот как минимум визуально изменили. Нет, шкалы. Так всегда было. Черт, ну, надо крайне... пойти посмотреть прошлую серию. Я практически уверен, что это новое. Нет. Еще на модельке оружия там теперь не просто полоска, а патрон, но это типа... А, мы плывем на этот? Да. Ну, почему после... вдвоем? Так вроде ж все, не? Ну да. Все. Сейчас я баллончик накидаю себе парочку. Да, надо еще один здесь. Кстати, персонально скажу Сигме, возьмешь баллоны, не поставишь их на место, я... не важно, короче. Ладно. Я всегда с собой два запасных таскаю. Не я нафиг. Всегда с собой один беру. Раз. Короче, получилось так, то что только ты не вернул один баллон на место. Из-за этого мне пришлось сюда докупать. А точно, может, okay. Я что-то провтыкал, надо будет посмотреть. Нет, я посмотрел по записи. А, окей. Ну, либо его съели этот пришедшие какие-нибудь твари, я не знаю. Вряд ли, кстати, они баллоножрущие. Кстати, а где аванпост? Ты же нас ведешь. Ну, вниз. У нас тут как клин гусей, мы летим за тем, у кого карта. Ага. Мы можем вернуться, пока не поздно. Есть еще два баллона. Факты. Можно будет говорить о том, чтобы вернуться к концу третьего баллона. Даже не считая того, который у меня сейчас вставлен. Ну, плывем. А где маяк-то? Тут. Так, а как бы... Маяк? Это не выглядит как маяк. Ну, я тут, думаю, как бы, вот это все, оно не выглядит как что-то, куда можно. Давайте лучше вернемся. Давай. Ты сказал вернемся и уже пошел вверх. Да. Ага, молодец. Как мы теперь вернемся, если я тебя не вижу? Плывите вверх. Мы спокойно пролетим лодку сейчас. Ты же в курсе? Мы же где-то поворачивали еще прямо влево, направо там это. А да. Ну. Лодка по идее прямо над нами. Уже не факт. Мне кажется, что она, ну, мое чувство пространства говорит мне, что она осталась немножечко левее. Мы сейчас проплывем мимо нее и продолжим наше успешное восхождение. Чувак, залезь внутрь и проскань нас радаром, хотя бы скажи, где мы. Ага. На меня что-то светит, предположительно, это подлодка. Ну, либо я уже на том свете. Да, давай, посмотри, если там Архангел Петр, если нет, то все нормально. Так, я нашел перископ. Есть. Над нами реально светлее. О, Вода. О, вот оно, точно. Ну прям реально над нами. Стенку целует. Насколько радуется. Можете здесь остаться, я быстренько. Давай. Видите, у нас боевые скафандры по подлодке быстро можем передвигаться. Не знаю, я полтора часа своей жизни потратил так. Так, но гитара, я могу нас еще поближе подвести. Кого по стене размазывай, не понимаю. А еще тут кровь. Кто-то что-то чинил, погоди. Зачем ты я в скафандре щас... тратишь? А, ты нас ниже ведешь. Что это? Что в ней? Чел хорош! Что происходит?
Да тут сумка, короче, валяется на полу, я ее беру, открываю, а там это карточка Ирвин Рока. А, это мертвый. Просто. Да я понял уже. Не живой. Не, живой. А зачем мне хэдс? А, ну ладно. Это вопрос. Зачем голову? Нет, хедсет, типа, ну оп, а почему? Все в порядке, просто капитан это стержни передергивает. На, пожуй. Я да смотрю, вы на 300 решили не останавливаться. Вы еще решили и стержни передергивать. Давайте, че? Шо? Мы идем? Да. А мы знаем, куда идти? Нет, просто после того, что типа, ой, постойте, я сейчас сам сбегу, потом, а, ну ладно, вы идете? Так, что могу сказать? Я вижу здесь по два баллона снизу. Я, да. Я один не вернул, этот мой, потому что мы же еще выходить собирались. Я тоже ничего не вернул. Надо этот люк закрывать. Нет. Ну, а как потом в панике возвращаться? А, ребят, далеко проплыли, ага, налево. Понял. А, я очень близко припарковал. Может, через одну из этих дырок залезть? Меня есть кого-то, он пожарил. О-о-о, а тут пушечка есть. Ну, может, пострелять будет. Так, этот аванпост мне абсолютно знаком. Ну, абсолютно понятно. А! Ну, давление вроде сравнялось. Ага. Наша миссия — активировать реактор и зачистить. Зачистить. А там надо зачищать? Не факт. Предположение просто. Все может быть. Если кому-то башку отгрызут, вы говорите. Хе, давайте я пока системы чиню, врубайте реактор. Да, ребят, к вам плывет цель. Черт. Я не знаю, как она мимо меня проплыла, но идет к вам. Да, заметил. Попал. Попадание Х2. Фрум, лови его! Ловлю, ловлю. Черкнул разочек. Я займусь реактором. Закончились копья. Оно внизу. Да? Сейчас я монтировку. Все, все, все. Отъехал, чувак. Так, кровотечение и укусы. Я так понял, бить с собой никто не брал. Так. Можете возвращаться на корабль, если кому-то плохо. Так. Не, я живой, мне нормально. Небольшое кровотечение, по идее, не должен был. Качественный ключ из хорошего металлолома, плюс 10 к скорости ремонта. Да. Фига, это классно. А не классно то, что... Нет, реактор я пока не буду включать. Сначала все починить, потом реактор забитать. Я чиню все, что могу, все, что под руку попадается. У нас стержень на 11% просто, ну... Ну, жаль будет свой тратить, согласен. Ну нет, это наш, он просто доеденный. Ага. Почти. Так, локатор. А, ну то есть мы включим, но ненадолго. Чисто да чтобы активировать. Да. Типа. Ай-яй-яй, просто стой. Ну нужно подводное снаряжение. Угу, ясно. Воруйте провода, воруйте все. Выносите цвет металла, да? Ребят, нам нужно возвращаться. Почему? Посмотрите, что боты говорят по циклу связи. Не успел. Открой чат. А, ну нормально. Они справятся. Я в них верю. Я пока читал, я мог сам задохнуться, блин. О, это мне. Это я такой. Зарядка. Так, это работает, это ты уже включил. Ну я понял, почему здесь все сдохло, я нашел маску клоуна. А чё сверху? Да меня водой в тут в разные стороны кидает. Чел, сверху где-то течет. Давай сюда. Хотя? А, не-не-не, это вытекало. Вот так, куда что? Вытекало просто из комнаты. А из меня гарпун торчит? Ай! А, нет, из Фрума. Нет, из меня гарпун не торчит.
Я вот хожу. А, нет, из меня торчит. Чё? Как я умудрился сам в себя выстрелить-то? Народ, тут ящик с припасами целый. Давайте заберем. Воруй. Все, забрал. Пытайся, что не примотано, ёкарный бабай. Опа. Опа, отсюда лут. Опа, нож ныряльщика сюда. Спасибо за дверью по лицу. Тоже. Короче, ну, ладно, я стащил у них это... Ай, блин, баллон заканчивается. Боеприпасы для пушки, потому что пушка-то им уже не понадобится, скорее всего. У меня фонарик, блин, в костюме. Жалко, из ползуна нельзя забрать этот. Потому что, видишь, у них батарейка севшая, а припасы полные были. Пойдем. Сейчас, да, подождите, они... я-то еще не выполз. Готовы? Да. Ой, а там шлюз не закрыт, ай, ладно, пофиг, пошли. Ну, подтопит немножко, ладно. А, как выползти меня обратно в... Нормально, нормально, нормально. Сейчас давление должно стабилизироваться, вправо отходить. Когда, да, когда станцию затопит. Починили, да, сейчас когда станцию затопит. Да что за фигня, у меня в шлеме плохо фонарик работает. Это у меня это, ребята, давайте похлопать. Быстрее, а то у меня баллон. Иду, я иду, как могу, блин, ящик тяжелый. Почему тварь? Я не могу баллон поменять? Быстрее, откройте. Я дышать хочу. Снимай. Фу. Давай. О. Я снял. Так. Это сюда. Где Иди. Эта фигня? Стой, баллон. Возвращаю вот этот. А ты его сюда ты сюда поставил баллон. Так, ребят, на станции куплю курительный табак, потому что я хочу закурить его под водой. Возвращаем. Сюда ставим целенький. Есть. Так, отлично. Все, все, все вернули. Я разобрался с некоторыми системами подлодками. Подлодки, и давно пора, кстати. Подлодка живая, по нашему возвращению, что уже хорошо. Так, у нас тут стоят пустые ящики, что ли? Ну-ка, погоди. Так, это уже я хоть себя замотаю немного, ребят. Да, давай. Идите немножечко. Кстати, а что у меня? Не включайте сонар. Так, ноги сломаны, я немного покусан, но так все хорошо. Я постараюсь без сонара плыть, твари нет, нас заметили. Я нижняя палуба. Тварь. Блин, иду. И верхняя, да, со всех сторон. Снизу кто-то пыталась отгрызть большой ломоть, но урвала лишь кусочек. Шрам останется. Зато сколько всего я вытащил оттуда. Я лично спер гаечный ключ хорошего качества. Я наворовал проводов, батарейку. Блин, а что, провода надо было тащить? Там был зеленый провод офигенный, черт. Я все тащил, что я видел. Я взял ты своей гитарой, я думал, меня сейчас прихватят. Я тут всматриваюсь в темноту, ищу монстры. Достойно. Они на что не намекают, но у меня один гарпун. Ребят, сходи. А, ну тут закуплены. Куда? За что сходить? У нас проблемы, возможно. Да, проблемы. В каком месте? Да так. Фрум, хочешь посмотреть, где мы? Внизу проблемы, да? Ага. Нет, нет. Вверху мы пролезем. Хоть бы не задеть ничего. Давай, 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 чувак, пролезем. Спереди прошел. Почти. А, нет, нормально. О, господи. Тебя чего-то не хватает. Вот так-то лучше. Ой. А чё это мы? А как? Да. Куда? А как вас теперь различать? Это же теперь превратилось в индийское кино с близнецами. Либо в одежде инженера, либо вообще без одежды. Такое себе различие. Видишь того, которого? Который голый. Ищи музыку, цирк, да? Я не знаю, как мы пролезем здесь. Давай, давай. Мы знаем, что ты могёшь. Почему я вспомнил тот мем с хомячком и бананом? Да нет. Нет, лучше мем про поезд и туннель. Сверху множественные цели. Я только с верхней пушки слез. Сейчас, ну-ка. Вижу. Блин, задняя нужна. Я сяду, не бойся. Давай.
Ой, как хорошо с прокачанным двигателем плыть, нас не догоняют мелкие твари. Нас не догонят. Цели не обнаружены. Сзади они, короче, плывут, они нас они не догоняют. Они просто не догоняют, да. А я их обогоню, просто доплыву до Анпаса, там уже дальше СБшники и дело свое сделают. Я их даже вижу, блин, погоди. Блин, нельзя, чтобы они покусали нам корпус. Я не хочу платить деньги. Я могу их фигануть из рельсотрона. Не надо, это еще больше денег. О, один отстал, второй упорно лезет, он прогресс нам корпус. Я не, рельсотрон не поворачивается так, чтобы мне его... Мне все равно, я пристыкуюсь. Второй догони... Так. Ну так уж и быть, оденусь и пойду работать. Ай, да что ж такое-то? Ай, затопило. Одному хедшот из рельсотрона, второй сзади. Сверху лови его. Чтобы понимали, мы уже почти пристыковались. Мы на дно поехали теперь. Потому что у нас пробоины протечены. Нормально, все починим сейчас. Сверху тоже что-то грызли, блин. Я вон смотрю... Ага, вон ты... Бам-барабам-бам-бам-барабам. На всякий случай себе баллончик возьму. Дополнительно. Минус два. Третий еще здесь. Конечно, очень классно. Блин, оно тушкой своей сюда упало. Таран-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Опа-па-па-па! Стой! Ух, ё! Это что было? Ну, мы всплыли очень резко обо что-то. Ой, извини. А вот теперь мы тонем. Пам-пара-пам-пам. Ёк. Верный театр. Капитан! Какого дьёта? Капитан! Старпом! Ой, а как дышать-то тут? Бабах! А где Бабах? Сэр! Вот и Бабах! Ты в курсе то, что у нас там, ну... Я знаю, уходи, я справлюсь. Я в курсе то, что там нет Бабаха. Не-не-не-не-не-не, я туда не пойду нафиг! У меня тупо нет скафандра. В том-то и дело, что это вообще разумно оставлять скафандр на нижних палубах, если затопление начинается с нижних, блин, палуб? Дверь заклинила! Чё там по давлению? А, всё, в порядке, нас скоро взорвёт. Достойно. Ладно, шутка, всё будет в порядке, ребят. Да нет, давление в смысле, чтобы за скафандром сгонять. А толку, а что я сделаю? У меня починочного инструмента нет. Так. Нет. Все хорошо. Сейчас реактор починю, подождите. Давай. А, зачем? Действительно, зачем? Блин, я понимаю, что это было крайне непродуктивно, но как же офигенно чело разлетелся, когда ему из рельсотрона впритык жахнул. Он заднюю часть угнал целый ящик боеприпасов. А, это с магазина, просто мы не принесли это на... Нет, это я... А, это откуда ты ее стащил? По моей кормы. А, окей. Нам потолок жрут. Да, вижу, приятного сейчас. Приятного аппетита. Так, мы вроде вверх поплыли. Да ёперный театр опять дырка. Мне нужно, чтобы оно отцепилось, тогда я смогу в него стрелять. У меня пушка так не поворачивается. Понатырили баллонов. У него чуть-чуть совсем хпшки осталось, оно сейчас внутрь пролезет, ребят. Потолка нет, ловить. Я потолок хилю. Все, ребят, сейчас с разбегу в аванпост влечу. Размажь его с разбегу, у него там осталось меньше трети жизни. Давай, я верю, то, что... Я уверен, то, что керамическая пластина в моем бронежилете. Так, блин... Ой-ой-ой-ой-ой! Сюда. Есть! Оно нас перестало грызть в этот момент? Оно грызло, а я заваривал! Ну и хорошо. Ну и в принципе ладно. Прекрасно. Еще один маяк на нашей совести. Совести. Да. Ура! Можно снять этот поганый скафандр. Чувак, сколько ты времени потратил, чтобы его скрафтить? Поганый скафандр, а. Ну, конкретно мой 20 минут. Ну вот. Конкретно все полтора часа.
Так, ну-ка, о, я могу четко... я же в прошлый раз качнул, что мне теперь идет за аванпост или даже аванпосты. Так, Так что, откуда вода, блин? Может, та штука до сих пор там нас грызет, а? Да пофиг. Приходишь такой, один шлюз остался от лодки просто. Лодка оторвалась, вниз ушла. У нас там дырка в утопле. У нас есть деньги, у нас есть много денег. О, открыть рецепт на карго-скутер. Прикольно. Бейся. Фан Вестишн. Ой, ребят, столько магазинов, мы на добывающем, он постует. Классно. Так, во-первых... О-о-о, я могу сделать так, чтобы я наносил тройной урон отверткой. Это даже не напиток. А можно выбрать что-то... Да, извини, перебиваю постоянно. Да-да-да, говори все. Пофиг, вообще пофиг. Где? Да. Я не готов. Я не готов. Mm. Нет, я слишком молод для этого. Где можно что-то крафтить? Где у нас крафтилка? Я забыл, где прокачиваться. Таб. И этот отпечаток пальца. Нет, это не крафтилка, это скиллы, а именно что-то скрафтить. Нет, это скиллы, а скрафтить в репликошке. А у нас она... На нижней палубе. В... Там еще фабрикатор называется она. Так, сейчас. А, фабриковать дела, чтобы я понял. Я могу увеличивать вам скорость ремонта. Да-да-да, давай. Когда буду играть на гитаре. Но это называется баф, да. Ой, я вижу, что такое, погоди. Музыкальная пауза, применить. Так, корпуса. Деконструктор, фабрикатор, да, точно. Значит, я же выучил рецепт, значит, я могу... Мне нужен... Электромаг. Мне нужен поганый стальной слиток, блин, где его взять? О, могу 6 гарпунов скрафтить, надо? Тут 5 железа есть, если хотите. Надо? Нет. Баллоны можно... Слушай, тут можно скрафтить баллон. Зачем ты его докупал? Материалы. Они мне нужны были на костюмы. Я тебя понял. То есть то, что здесь есть, тратить нельзя. Да не, как, вот сейчас пофиг, там просто это, произошла ошибка снабжения. Поэтому у нас некоторых материалов чуть-чуть, вообще не чуть-чуть. Пластик, аккумуляторы, о, сколько всего можно крафтануть. Слушайте, если сделать с инженером-оружейником, можно будет из отработанных стержней крафтить боеприпасы. Угу. Да тут можно и... О, я могу наручники скрафтить. Блин, ну это, конечно, все очень классно. Ядерные снаряды, ядерные глубинные бомбы. Слушайте, мне... слушайте, название костюма Funbringer 3000. Ты типа приноситель веселья. А, веселитель 3000, а где ты его нашел? Вот в костюмах здесь, в фабрикаторе. На него нужно 10 железа, 16 бананов. Лучше не надо, поверь. У меня этого нету. Экзоскелет. На экзоскелет нужно 4 титан алюминия и 3 уточки резиновые. Стальной слиток могу купить. Юперный театр. Слава тебе, Господи, человек. Я куплю у тебя все твои стальные слитки. Мне интересно, где будет вот это вот умение крафтить грузовой скутер. В какой категории? Я вот просто почему сейчас. Просто на этот название вбей и все. Так, обслуживание подлодки, ремонт всех стен. Ладно, короче. Дефенс, у нас можно сделать дефенс бота? Ну да. Для этого нужен SMG, 2 титана алюминия и схемка для...
Погодите, это открывает очень, как бы, там новые горизонты, все дела. Мы еще не отплыли, да? Понятно, хорошо. Могу, сейчас. Мы можем им инопланетную кровь продать. Нам нужны боеприпасы для этого? Да вроде нет, мы немножечко натащили и не особо много тратили. В таком случае я предлагаю прокачать нам... Что-нибудь предлагаю прокачать сейчас. А если стрелять по аванпосту, что будет? Ничего хорошего. Блин, я бы еще двигатель на самом деле вкачал. Да, давай, если есть баблок, кидай, конечно. Мы корпус, короче, вкачали на одну. Хотя нет, деньги будем на корпус копить. Нас все равно прогрызают, как бумажных. Надо копить на корпус. Надо копить. Либо на быстрые насосы, чтобы вода вытекала быстрее, чем затекала. Ну, знаешь, если это глупо, но это работает, то это не глупо. Лодка будет сжиматься от давления, а насосы выкачивать воду обратно. Ладно, нет, копим деньги, короче. Хорошо. Я бы на самом деле к медику сейчас сходил, всю нашу команду отхилил. Давай. Это надо. Важно. Не то, чтобы меня сильно покоцали, надо, чтобы все были целы, так что да, это... У нас там погрызли вроде кого-то насмерть. Насмерть? Шутка. Юмор. Анекдот. Кто-то еще помнит такое слово? Да. Угу. Ужас, блин, оладушек. Укусы. Лечить. 17 кредитов. Травма от удара тупым предметом. 5 кредитов. Ёперный театр. Тупые кредиты. Ром, твое лечение 8 кредитов обойдется. Ужас. Можешь меня не лечить, я живой, мне нормально. Да шутка. Лечение одной из ботов обойдется в 1 кредит. Не, вот это мы точно не будем лечить. Что там? Да, 1 кредит. Слишком много для нас. Нет, кремний, одежда. Стакан, хвоста. Краска, трубка капитана. Так, нам уже коалиция Европы, наверное, да, лучше. Ну, теоретически мы об этом говорили в прошлой серии, да. В таком случае вот это. Вот это. В принципе, ничего сложного. А мне взрыв реактора дороже подводки. Путь будет долгий на следующую станцию. Хорошо. Че, прям вот настолько долгий? Нет. Давайте, сосредоточились и поплыли. Chemical Shipment. Поехали. Добывающий центр Балактан. Что, блин? Нам нигде не нужно останавливаться. Так, купленный материал доставлю. Так, там, я помню, купил кучу стали. Нет, это не куча стали. Так, кто тронет ящик с оружием, тому лицо сломаю. Это вот этот? Да, не трожий. Я не знаю, где он, поэтому, знаешь, ну, незнание законов освобождает от ответственности или как-то так. Я его возьму с собой, пожалуй. Просто если мы этот ящик как-то потеряем или повредим, ну... Кидай его за борт. Впрочем, Да. Я считаю то, что с этим ящиком нужно поступить вот так. Че, может, кровезаменитель сделать? Лучше купить. Можно так, бы, кстати. Быстро, надо быстро плыть. Так, 1400. Почему-то метров, мне надо... сейчас при этом при разговоре про ящик вспомнился из Вентура. Ну ладно. Надо очень быстро уплывать. Давай. Потому что Шнель. Не умею. Время серии очень врач. Ограничено. А, серьезно? Кто-то об этом подумал? Да. Потому что хочется, конечно, поиграть подольше, потому что мне лично Баратрам очень нравится. Ну, Баратрам сожалению... хорошая тема, согласен. Да, до червя рока дойдем. Все, слышали? Видите, у вас баф на ремонт. Офигеть! Что, блин? Офигеть!
А это только тем, кто слышит музыку, или на какой радиус это все разносится? Не знаю, на какой радиус, но... Ну-ка, вали тогда отсюда, узнаем, на какой радиус. Блин, нет, хоть бы больше сюда плыть. На минуту. А мне сонар дороже корпуса. Тогда начинай играть на гитаре, когда на нас нападают, чтобы эти чуваки наши с команды быстро побегали и чинили все. Когда вы играете на гитаре в течение 10 секунд или дольше, скорость ремонта у вас и союзников рядом повышается на 25% на 60 секунд. Так, ну раз уж целью, то в принципе терять нечего, поэтому мне сонар дороже. Я играю на гитаре, чтобы были бафы. Все, бафнулись, теперь можно и чинить. Мы вообще в какие-то просто пещеры заплыли подводные. Нет. О, а чё? Так, ребят, прям патронов очень мало. 11%, ладно, еще 11% можно отстрелять потом. Я думаю, всё, чтобы мне про патроны ничего не говорили, я ящиков этих закуплю, будьте жевать сидеть. Да вроде хватает пока что, я же ничего не говорю, я просто дожимаю до последнего. Прикинь, в ящике еще 11%, зачем я его сейчас буду выкидывать? А мне пули дороже еды. Иди своей дорогой, сталкер. Сзади, сверху один цель. Иду. Уф. А еще я дно цепляю, извиняюсь. Не вижу пока сзади сверху. Дверь откройте. Всем бафы. Бафы для каждого. А мне сонар дороже корпуса. Оф! Где? Да тут у меня с разбегу в стену. Извиняюсь. Я не заметил ее. Понаставили стен. Да-да-да, играй лучше, чтобы... Баб есть? Да. Да-да-да. Зараза! Ты меня только полечил, а потом опять вдарился в стену, и у меня опять травма. Какая? Что ты там уже сломал? Там уже влетел в стену, я, короче, об угол какой-то ударился. Блин, потом тебе прострелили колено. Я смотрю, ищу, я на задней пушке сижу сейчас. Сзади три цели. Жесть, мы их опять обплываем. Обгоняем. Пока не вижу. О, чё это? Где? Стойно! ЁПРСТ! Какого же фига? Это чё было? Ща починю, подождите. Чё за сраный апокалипсис? Джентльмены! Чувак, давление! Верхняя часть подводки не существует больше. Я заметил. Судя по тому, как она меня резко давит. Я надел скафандр. Я иду спасать. Прекрасно, себя. Тащись сюда и быстрее, чини корпус. А чё это было? Короче, на нас какая-то... Я не знаю, на меня пока еще не раздави. Ух, ё-моё! На нас какая-то тварь резко просто напала. Огромная. Я не вижу, где. Достойно. Не чувствуете? Нет, я чувствую, я просто не вижу. Да ёп! А, это нас об дно так фигарит, стой. Ай, стойно так. Ай, Дерден. А где дно? Сигма, иди. По-моему, мы его уже достигли. А, все, я приехал. Ёп, Макарё, куда мы летим? Еще раз дно. Чё происходит? Ну, с другой стороны, обещание... Ой, там что-то маленькое. Спереди, ребят, внизу. Оно очень быстрое, офигеть, теперь сверху. Ребята, Это дичь какая-то гоняет и таранит вас. Сейчас вниз ударит. Это что было? Оно еще и стреляет. Чем? Я не знаю, шип с лага полетел. Над вами. Ага, прикинь, через весь корпус, через пробитые эти перегородки, оно фигачит. Ёперный театр. Ты кто такая? Бум! Оно сверху вас плавает. А сейчас момент. Уже пофиг, надо корабль откачивать, потому что... Нет, топливных баков сорочного аппарата нету. Вот что надо было покупать-то, кстати, ребят. Бум! Я, короче, думал, там было два пути. Один, короткий, другой покороче. Я выбрал покороче.
Достойно. Ну, меня если размазало. Если эта штука сейчас нас всех убьет, это будет вообще трындец. Что это такое? Я тебя могу реанимировать? Я жду. Ну, нет, смотри, ты... учитывая то, что меня добил прям к, это, к полу пригвоздило. Сомневаюсь. Труп. Я беру. Видимо, нет. Оно стреляет по 2-3 раза, смотри. Да-да-да. Офигеть. Вам бы на пушку прыгнуть. Слушай, реально, пусть бот и чинит, беги на пушку. Внизу, внизу. Сейчас залови его сверху, погоди. Вот он. Да, сверху сейчас. Сверху. Давай, гаси, сверху, гаси, гаси. Вова, как у вас сверху? Задний сверху. Задний, блин. Еще иду. Жди, 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 жди. Он там жди, внизу. Жди, вот, жди, идет жди. К тебе, идет, идет, идет. Есть, есть, есть. Хорошо, напугал, напихал. Пол жизни как минимум снял. Убил, убил, убил. Убил? Да, 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 но у меня слово. Жесть, эта тварь жесткая. Да, номер 2. Ёк мой старёк. Вот это фигня. ХПшки-то у него немного оказалось, его быстро пришибли. Да. Но сколько же оно наделало урона. Причем ты видел, он стреляет, делает дырки, а потом через них простреливает именно по экипажу. Mm-hmm. Умная скотина какая. Прикол в том, что я умер только потому, что он сначала ударил и сразу же вслед... Мне прям в затылок шип садил, да. Я раз, чилю пол. Может, рестарт у вас? Я не знаю, что у вас. У вас навыки останутся? Да, 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 скорее да, всего, да. Пока мы здесь. Там же было типа на... Подозрительно возродиться раунда? За это, за навыки или бесплатно? Где корабль? Я чинюсь, я валяюсь, чилю пол. Удар и мне в затылок шипом. Я сначала подумал то, что меня просто от удара пол убило, типа черепушку сломал. Оказалось, меня пробили. Я, короче, знаете, я пошел за скафандром, потом возвращаюсь на мостик, он затоплен, смотрю вниз, а пола нет. Ну хотя бы реактор не взорвался. Так, а все, варить нечем уже, да? Ага. А толку, а как мы сейчас залатаемся, если варить нечем? Не знаю. Погоди, в этом, в респаун шаттле будет же баллон для сварки? А у вас когда респаун шаттл? Почему у меня таймера нету? Да, я закончил столько для сварочного, я получил. Ёперный театр нас пуска под лодки нет вообще. Ох, ёшкин кот, куда я попал, блядь. Просто если нету чем варить, так оно сейчас просто у вас баллоны подзаканчиваются, и вы тут задохнетесь. Ну да. Я предлагаю рестарт. Да, видимо. А как? Тебе виднее? Жмите сверху справа закончить раунд. Мне даже жать не пришлось. Нет, чувак, тебя убило давление. Меня убило давление? Да. Уф. Но погодите, это же это полный рестарт, да? Нет. Это с откуда? С выхода, ну вот когда мы выплыли. Театр. Меня че плывать будем? Нет, я надо просто. Надо ее просто вовремя принять ее, да. Она очень быстро дохнет. Но проблем от нее куча. Я заметил. Нет, я думал, что мы что-то огромное влепились, что такое импакт был. Я ключ на корабле. Ага. Все двери позакрывать пока что. Да, вариант. Надо взять часть скафандров. Притащить их сюда. Наверх. Да, 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 да. Да, поехали, так и сделаем. Я сразу в реакторе поменяю стержень. Чтобы у нас было побольше недоеденных, чтобы потом доесть. Принесите мне скафандр, я пока плыть начну. Давай. Ребят, пожалуйста, стойте на турелях. Вот, да, вот, да, да, да. Я так и буду делать. Так, я тебе сейчас на рубке скину скафандр. Их заберут боты. В руках держать будем.
Не получится. Знаете, что можно не надеть, а именно этот взять в руки. Как? А как тогда мы на пушках будем сидеть? Так можно. Можно, можно. Можно? Да. Все, в порядке. Стойте, а пожалуйста, все время на пушках, если есть такая ситуация. Как его в руки-то взять? На Е. Английскую. Он реально стоит со скафандром в руках. Да все нафиг, я просто сонар врублю. Лучше сразу эту тварину заметить. Так, чел, на верхний, на нижний? Давай, я на верхний спереди. Угу. Давайте, кто-то верхний, кто-то нижний. Говори, если что, не сверху, там, справа, и всякое такое. Давай по часам. Да-да-да, по часам будет легче. По часам легче и точнее. Так, это 12-6. Понял, ладно. Ты на нижней или на верхней? Я на верхней сверху, спереди. А, наверное, тут на нижней прыгну. Да. Блин, сделаю-ка я поменьше ход. Осторожно, да. Чуть повыше, да, надо всплыть. В этот раз, пожалуй, длинным путем пойдем. Угу. К черту. Чуть ниже. Нормально, нормально. Там твари снизу. Держишь? Готов. Куча тварей. Да, много. Иди там шифки. А выплюнь пушку, тварь. Убил еще одну. Шотнул одного. Я заваривать корпус. Давай. Да боты займутся, иди управляй. Реально, иди управляй. Надо будет потом их на кровь забрать. Если они так и останутся. А? Говорю, ботов на кровь? Не. Не, ну их, конечно, тоже можно, но... Вряд ли там что-то будет полезное. Да почему? Боты... Хотя, ладно, согласен. Боты нафиг не нужны. Как там говорилось, что если ты думаешь, что ты ничего не стоишь, вспомни, сколько стоят органы. Я не поплыву здесь. Мы здесь не пройдем. You shall not pass. Давай другое, значит, все. Фиг с ним. Да тут, блин, сраные пещеры, я не знаю, куда мы заплыли, блин. Да ты же капитан! Я просто инженер. Проложи маршрут. Угу, была бы карта. Яндекс навигатор скачай, там не знаю. Дору путешественницу позови. Я карта. Ай, минутка кринжа, да. Какой умиротворяющий звук сонара. Пока он не пищит, я могу жить спокойно. Когда мы говоришь, сейчас кузиком ударимся об землю. Умиротворение, это значит, что он умер от варенья. Стой! Стой, 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 стой! Стой нафиг! Я лично под лодку тянул, извиняюсь. Ну вы видите, где мы плывем? У меня пальцы на ногах вспотели, ты чё? Видите, как мы здесь плывем? Я мы вижу! Здесь проходим. У нас лодочка маленькая. Нет, большая. Ёшкин кот, как на каком... Чуть виде? Меньше, чем штормовой червь. Нет, ни о чем не говорит. Черви там какие-то. Червь, по идее, маленький. А как мы здесь пролезем? Да-да-да. А нельзя менять там, не знаю, ну, тангаж и все дела? Мы сейчас ударимся! Никак, пойдем. Нормально, 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 нормально. И пройдем, ребят, откройте карту. А у нас есть вообще? Ну идите. А что мы делаем? Как карта? Нет, а реально, а можно поменять положение лодки? Мы же тут могли бы нырнуть. Ну по сути. Ну мы посыпались вниз. Не-не-не-не-не. И чё? Вау. Так, хорошо, допустим, автопилот.
Я хочу посмотреть, как с этим автопилот справится. Ты сейчас автопилот рулит, да? Да. Вау, он неплох. Вот это миллиметровщик, блин. Угу. Все равно я не понимаю, что он пытается сделать. Мы всплываем. Не, мы тонем потихонечку, он спускается. Сейчас мы носом задели. Ага. Ну без пробоин. Погоди, сзади пробоин до сих пор есть. Не заделали, что ли? Ну, посмотри на карте, у тебя мигает положение лодки. Смотри, там сзади две пробоины. Сейчас бегаю, закрою. Так, ладно. Сейчас что-нибудь придумаю. Подтверждаю. Только как ее заваривать, если она наружная? Да-да-да. Течи нету. А, вот теперь появилась. Да, подтверждаю, прям вот. А кого здесь по стенке размазало? Блин, автопилот нифига не делает, да, он пытается, но не может. Не, вот сейчас я уже. Я до этого говорю, вот сейчас мы уже пошли вверх, это видно, что ты работаешь. Я не знаю, куда мы поплывем. Так, а то есть здесь какая-то большая карта? Да, она же рандомно генерируется здесь. Блин, просто понять бы, куда нам надо. Не получится найти стенку 26 градусов. Нам на шахту вот эту, да? Я не знаю, куда. Поверь, если бы я знал куда, я не знаю, может быть здесь где-то проход есть. Может у кого-то карту можно купить. Ниже, утю-тю-пу-тю-пу. Ёма. Ладно, ладно, не сильно. Это... На лодке осталось мало баков сварочного этого. Так, ребят, обращение мое, когда мы будем на блокпосте, на аванпосте, нужно закупить этих баллонов просто до задницы. Мы можем вернуться. Не, пока что идем. Пока что идем. Сейчас попробуем еще куда-нибудь ниже. Давай, 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 да, осторожненько, попробуй тут пролезть, я думаю, может. Я чуть бам. Сквозь текстуры не багнулся отсюда. Жесть, подлодка, блин, конечно, тут тяжело управляется почему-то, я не знаю. Ребят, нет, я знаю. Вы когда-нибудь в Silent Hunter играли? Mm-mm. Я даже не имею, что это. Ну, во-первых, тогда, да, пойдите немножечко погуглите. Тихо. Вот, а во-вторых, это очень старый, но это офигенный симулятор подводных лодок, где, ну, типа, ты не управляешь подлодкой напрямую, а ты отдаешь команду экипажу. Вот, с учетом всякого а такого... А мы здесь очень не пролезем. Стой, нет. Подожди, а мы разве не обратно вернулись? Мы туда же вернулись, да. Чё? Ну, нет, тут мы еще пролазим, а вот вниз уже нет, там слишком большой выступ. Тут пещера в одном месте. Я не знаю, куда мы плывем. У нас просто стержни не закончится, мы сдохнем. Ну, еще раз загрузимся, ничего страшного. Пока что пробуем. Вверх не пройдем? Там просто пик. Еще ниже будем сейчас пытаться куда-нибудь долбить. Ну, здесь дно пробьем какое-нибудь. Дно контента? В подземном океане поразительно много камня. Направо, может? Или налево мы точно не пролазим. Давай пробуем направо. Ух-ух-ух! Я думаю, вы слышите, как я яростно кликаю. Ага. А, цели, ребят! Твою дивизию. Где? Но это повод того, что мы здесь можем пролезть. Но я не вижу целей. Цели. Черт. Вижу цели. Верхняя турели. Верхние турели занимаем. Мы совсем чуть-чуть не пролазим, ребят, чтобы вы понимали. Да ладно. Так. О, вернулся. Не, это нормально уже все. У меня боекомплект почти кончился. Я знаю, там было 11%. Можешь его поменять, если хочешь, я пока держу верх. Ноль. Все, давай, вытаскивай меня, я держу пока верхнюю часть. Мы, короче, двоих точно подстрелили, третий вроде ушел, но у него там столько сопряжения. Да куда он мой скафандр понес? Ну, потому что ты его бросил.
Здесь полный ящик. И комплектом, о, вот этот полный. Там на полу валяется полный. Да там два было. Так, а теперь я пойду заберу скафандр. Нет! Да, есть скафандр. Ой, ну какой ужас, просто. Так, я не понял, ага. Два скафандра же у вас, да? Один у меня в руках вроде. Ох, ё-мо. Чё тряхнуло так сильно? Да так, не важно. Ударились немного, да? Угу. Мозолька. Да, а куда плыть-то, ёперный театр, а? Мы ж сюда вроде не пролазили. Ну, влево мы еще не пробовали. Тоже логично, но потом визуально выходило так, что... Ага. Угу. И куда нам? Ну, значит, вот вообще не... А тут взорвать их нельзя никак? Понять. Выруливай вообще отсюда нафиг. Да, поплыли где-нибудь еще посмотрим. Угу, угу. Пошли к тому чуваку. Мне теперь кажется, это не самая плохая идея. Ладно, ребятушки, давайте тогда оставим вас на этой висящей ноте. Будем потихонечку заканчивать. Спасибо, что были с нами. Продолжение увидите в следующей серии. А пока что всем удачи, добра, бобра. Мы не помрем. Всем покеда. До связи. Доброе утро.